Ребята, всем привет! Сегодня открывается Mega Silkway. Это будет техническое открытие, вот 10 часов открытия. А торжественное открытие этого торгового развлекательного центра будет в 20-х числах марта. Где-то 20-22, скорее всего, либо 23-го. Находится оно возле Экспо. Въезд со стороны роддома. Вот эта парковка бесплатная до конца месяца. В апреле обещают ее сделать платной уже. Стоимость пока неизвестна, сколько будет здесь стоить час парковки. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там интересного. Это центральный вход Меги. Здесь слева, сразу у входа, да, находится технодом. Также есть эскалатор, который поднимает вас на второй этаж с двух сторон. Гардероб чуть дальше. Морона Росса напротив технодома. Хэппилон рядом находится. Здравствуйте. Это цены, да, у вас на эти коляски, да? Получается час 1300. А в смысле, здесь еще есть с планшетом, да, у вас? С планшетами две тачки есть. Ага. Планшеты 800, а 1000. Ага. Тут мультики можно посмотреть. Это на андроиде, да, получается они? Да, на андроиде. А в залог что-то нужно, да, вставлять? Удостоверение, да? Понятно. Выхожу из центрального входа. И сразу видно Экспо, ребята. Экспо. Здесь большая площадка такая. Якитория находится на первом этаже и откроется в марте, согласно рекламе снаружи. Скоро будем вместе. О, здесь открылась Пинта. Давайте зайдем, посмотрим, что там интересного. Можете, да, сказать, вы уже работаете, да, полноценно, то есть все есть у вас из меню, все готово, да, получается? Ага. А режим работы какой у вас? Мы работаем каждый день с 10 утра до 12 ночи, по режиму работаем Mega Silkway. До 12 это даже в пятницу и в субботу, да, получается? В пятницу, в субботу, я думаю, что мы будем работать дольше. Ага. Часов до двух, как... До двух, да? Да. Так, у вас здесь, я смотрю, запланирован второй этаж, да, получается? Да, 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 сейчас последние штрихи. Там появятся прекрасные посадочные места, ага, с панорамным видом торгового центра. Они на втором этаже еще будут, да, получается? Да. Здорово. Цены будут такие же, да, как на Уэзо у вас? Абсолютно, да, у вас единые? Сеть, и у нас единое все. Понятно, здорово. Получается так вот. Те же самые акции, да? Те все же, то же самое. Акции, то же самое вкусное пиво. Хорошо. А здесь у вас тоже, да, предназначено для... барной стульчики. То есть можно так сидеть и смотреть на всех, на прохожих, получается. Ребята, вот интерьер новой Пинты. Здесь совсем новые материалы. Чуть-чуть изменили дизайн. Стойки есть, чтобы можно было бы посидеть, посмотреть, кто там ходит по торгово-развлекательному центру. Лестница на второй этаж. Они чуть позже откроют второй этаж. Курилка, туалет. Вот такая вот Пинта в Меге. На первом этаже также находится Сбербанк, отделение и Казком. Так выглядит отделение Казкома. Чуть дальше от Казкома и Сбербанка находится Халыкбанк со своим отделением. Весьма просторные помещения у них. И напротив Халыка расположился Рамстор. Аквариумы, которые
сожалению, пока что недоступны для близкого просмотра. На втором этаже расположился Marvin, магазин игрушек. Большинство бутиков, да, вот с этой и с этой, с правой и с левой стороны, да, еще закрыты, к сожалению. В основном там одежда. Интересно, здесь будет бутик компании DJI или это просто реклама? Ребята, если честно, какие-то здесь есть и незнакомые мне бренды. Допустим, Flo, я не знаю. Находимся в мужском туалете. Очень хорошо оснащен. Здесь даже есть писсуары и раковины для детей. На территории торгово-развлекательного центра, к сожалению, не везде есть сотовая связь. А вот и в Айкике. У них будет, получается, два этажа на первом этаже и на втором. Открытие в апреле. В фойе можно встретить такие золотые клетки, в которых можно просто посидеть, отдохнуть. Moleskine откроется в мае. Nature Republic уже открыт. Я даже не знаю, что это такое. Так, Austin открывается в апреле, и ниже находится открытый Zara Home. Там будет Ocean Basket, Hardee's еще не открылись, готовятся к открытию. И в апреле откроется KFC. KFC больше площадь, чем у Hardee's. Вот и сам фудкорт. А Макдональдс напротив расположился. Чайнатаун, Бургер Кинг. Чуть дальше. Вон Экспо. Вот и кинотеатр Чаплин. А можете рассказать о своем кинотеатре, да, сколько залов будет, какие будут технические здесь характеристики, да, этого конечно. Зала, конечно. Залов, сколько у вас? Значит, мы сейчас находимся в прекрасном кинотеатре, в самом новом, самом большом в Астане. Здесь сейчас открыто 3 зала сегодня, это случилось, и мы до конца месяца откроем 11 залов, среди которых будет супер... зал с названием, скорее всего, Lux и с огромным экраном. И еще будет VIP-зал. А также все остальные залы, скажем, средней заполняемости. У нас здесь находится зона самообслуживания. То есть вы можете пройти и сами взять все, что вашей душе угодно. Вот. После чего можете вот в зоне ожидания посидеть, поотдыхать, вот можно в баре находиться, и в момент нужный перед стартом сеанса вы можете спуститься в залы вниз. А у вас залы внизу, да, будут находиться? Да, залы будут внизу. А здесь наверху у вас только фуд-зона, да, получается, да? Для зала? Вот. Вот это вот штуковина. А, ну сейчас не происходит этот процесс, но... Эта штуковина очень новая, очень крутая, и она жарит попкорн. Здорово. Трех видов. Видите? Здорово. Здесь автоматы. Быстро продажи. Они тоже сейчас настраиваются. Здесь к вечеру будет работать. У вас сегодня открытие, да, я так понимаю? Да, случилось полчаса назад. Здорово, поздравляю вас. А наличные принимает, да? Принимает. Сдачи дает, да? Сдачи дает. Детские билеты, как он проверяет? Вы можете выбить детский билет, будет контролироваться при входе. При входе, здорово. Это у вас они только здесь, да, будут расположены? На втором этаже, да? Да. На первом этаже тоже есть, ну, да, ухода? Нет, нет, да? Не нужно. Там уже есть касса, да, живые люди, я так нет, понимаю. Там не нужна касса, потому что да? Здесь все. У вас здесь не IMAX, я как понимаю, у да? У нас зал формата больше, чем IMAX, честно говоря. Ну, другой фара, другой системы. Real 3D, да? А картинка вот про сам обыватель будет, он увидит разницу IMAX или Real 3D, почувствует, вот если ему не говорить о технологии? Ну,
производитель RealD утверждает, что RealD более сочная картинка. Mm-hmm. Мне тоже она нравится. Mm-hmm. Я не берусь утверждать, что лучше, она вкус и цвет. Но RealD это более новая технология. Можете сказать, какие у вас акции уже вот при запуске значит, есть? До конца месяца будет история с множеством комбо-наборов, увязанных с фильмами определенными. Mm-hmm. За 990 тенге вы можете получить фильм, билет на фильм и еще подарки там в виде напитка и попкорна или шоколадки. А какие-то дни, там, допустим, день молодежи или дни со скидками? У нас гибкая система ценообразования, то есть позиция, каждый фильм, который заходит на экран, он со временем приходит к такому уцененному формату, то есть мы можем предложить цены от 700 тенге взрослых билет и до 1850. Всего залов у вас сколько? 11. 11, да? А при запуске 3, да? Сейчас 3, да. А VIP-зал, у вас какая там минимальная стоимость билета? Какие удобства? Около 5000. 5000, да? А какие удобства там располагаются? Удобства там прекрасные, но вам нужно будет пойти туда, да, чтобы посмотреть. А мы можем, да, посмотреть? Да? Или еще не хорошо, здорово. Продажи билетов, кстати, интересует через сайт или как у вас? Пока все через Тикетон, но мы работаем, да, над системой альтернативной, чтобы обеспечить это еще более широкому сложности. Понятно. Чаплин новичок в городе в Астане, действительно, но не новичок на рынке, в общем-то. Чаплину достаточно много лет, и за эти годы компания смогла нащупать нужную для потребителя определенную, скажем так, позицию для своего позиционирования. Да, мы очень дружественны к потребителю, мы всегда настроены решить его, все его желания, хотелки, возможности. Поэтому Чаплин, в принципе, развивается достаточно бурно. Нужно сказать, что мы демократичны и в цене, потому что у нас, как я уже говорил, гибкая очень система ценообразования. Наверное, единственная сети вообще в стране. У нас множество продуктов интересных предложено. У нас зона селф-сервиса, множество вообще на рынке, которого еще не было. В Алмате нету, да? В Алмате тоже данной зоны, да? Да. Вот. Ну, в общем, приходите и посмотрите, чем Чаплин вам понравится. Это и есть зал. Это Real 3D, да, зал? Да, все залы Real VIP. Это VIP, да? Нет, это обычное. Обычное кресло? Это обычное кресло. Ничего себе. Да. Посидите в нем. Здорово. Ну, некоторые кинотеатры ставят такие VIP-ы. VIP-ы, да? Да. Ничего себе. Это обычный 2D-зал или 3D-зал? Это зал 3D. 3D, да. Здравствуйте, меня зовут Марина Муравьева. Я являюсь менеджером по маркетингу батутного развлекательного парка «Канго», Алматы и Астана. Наш парк самый крупный сейчас в Центральной Азии, 2500 квадратных метров, 8 различных зон. Давайте я вам покажу. Да, давайте. Зона «Сэндан», баскетбол на батуте. Здорово. И задача делать фирменный прыжок Майкла Джордана, да? Здорово. Сэндан. А сколько примерно стоит? Давайте сразу, может быть, сразу по ценам тоже, сколько это обойдется простому вообще, потребителю? Один час стоит 3500 тенге. Ага. Вы можете воспользоваться любой зоной в течение этого часа. Здорово. Также есть тариф 30 минут, который 10 будний дней, это 2000 тенге. И 2 часа 5500. Плюс 500 тенге носочки специальные. Здорово. А если человек придет со своими носками какими-то специальными, нормально, да, будет? Нет, мы запускаем только в наших носочках, ага. А это техника безопасности, у нас безопасность прежде всего. Хорошо. И Б, это гигиена. А травмпункт свой имеется, да, здесь на всякие пожарные? У нас все тренера обучены оказывать первую медицинскую помощь, но так как мы не врачи, у нас есть договоренность с мегацентром, ага. В случае чего и врач. Хорошо, здорово. Приезжает. Воздушная подушка, ага. Для отработки всевозможных трюков. Если в других парках это только поролоновая яма, угу. Что уже является старым веком. Ага. Здесь уже будет надувная подушка. Надувная большая подушка для нормальных трюков. Угу. У вас там еще что-то будет строиться, да, дальше? Вот. Здесь будет кафе. Кафе. Да, то есть лаунж-зона на втором этаже. Можно будет наслаждаться, просто наблюдать. И вид красивый, да, да, у вас, очень, кстати. Очень красивый вид.
как внутри, так и снаружи. Да, здорово. Если родители, к примеру, не хотят сами участвовать в этом всем, да? Во всем этом прекрасном действии, они могут просто наблюдать за своими детьми, снимать на камеру, делать классные снимки. Это зона спортивных батутов и зона волк-волк, хождение по стенам. Все наши тренера, то есть мастера спорта по гимнастике, акробатике, батутному спорту, они следят как за безопасностью, так могут обучить вас крутым трюкам. Здорово. Чтобы вы могли похвастаться своим друзьям. Здорово. И своим подписчикам. Красавчик. Это самая большая зона, зона open jump. Здесь, к сожалению, еще пока не успела досчитать, сколько всего батутов, но очень много. Они менее профессиональные, то есть как подходит для детей, так и для... Здорово. А как у вас идет градация? Допустим, ребенок сюда зашел, а здесь уже взрослые прыгают. Вообще, по правилам техники безопасности, один человек на одном батуте. Соответственно, они не могут между собой пересекаться. Мы, прежде чем зайти на батут, все технику безопасности рассказывается, показывается. Наши тренера еще и повторяют. Неоднократно, и следят за тем, чтобы она соблюдалась. Дальше, вот как вы видите, там внутри будут три пати-рум для организации праздников, день рождения, тимбилдинги. То есть после батутов они могут спокойненько пройти в комнату и дальше уже кушать тортики или пиццу. Здорово. Зона вышибалы, доджбол. Это для взрослых, можно... я так понимаю, да? Не обязательно. Не обязательно. Слушай, давайте пройдем. Здесь задача какая? Команда 3 на 3. Здесь вот я. По свистку каждый бежит, берет свой мяч и начинает выбивать соперника. Здорово. Здесь куча мячей, да? Они появляются, да? У каждого по одному мячу. А, каждый. Если ты отправил мяч туда, пока он тебя не кинет, он не вернется к тебе, у тебя нечего, нет оружия. Понятно. Нужно увернуться от мяча, таким образом выиграть или проиграть. Здорово. То есть выигрывает тот, кто остался в живых. Здесь сразу занимает на 6 человек, да? Я 6 так понимаю, человек. Команда, строгое число. Поэтому здесь можно проводить турниры, соревнования, тимбилдинги, то же самое. Есть какие-то квесты. Здесь, если в большой компании собраться, весело болеть. По сравнению с Алматой, здесь площадь больше, да? Или в Алмате больше? Нет, в Алмате 1650 квадратов, 2500 здесь, получается, здесь гораздо больше. А в Алмате в чем отличие, кроме площади? В Алмате есть, да, вот пати-зоны или... Пати-рум. У нас пати-рум. В Алмате только одна. Только одна. Плюс здесь у нас доджбол-арена разом больше. Я вам покажу сейчас аттракцион Clip and Climb. Это уникальный вообще аттракцион в Центральной Азии. Если вы видите, оттуда можно... Пойдем туда. Да? Так вот, зона это ниндзя. Зона ниндзя. Задача пройти все возможные препятствия. Да? Опять-таки на время и не упасть. Здорово. Есть, да, у вас скидки для компании? Свыше 10 человек. Свыше 10 человек, да? Да, есть скидки. Здорово. Ну и так далее, да, всевозможные препятствия по лазанию. Плюс еще здесь сейчас две классные штуки для мальчиков. Сложные. Ну и здесь пройти и не упасть. А где вы видите примерно вот, аудиторию 2, 3, 4 годика? Вот на каком аттракционе? На какой зоне? Во-первых, конечно, это все препятствия здесь. Дети очень любят лазить и прыгать в поролоны, им это очень нравится. Борьба маленькими дубинками. Здесь могут соревноваться как отец с ребенком. Вообще наша задача пропагандировать семейный отдых. Не так много мест в нашей стране и в нашем городе, где можно провести именно время с семьей весело и спортивно. Да. Это наша миссия. Если, допустим, заплатили только за ребенка, да? Он же в сопровождении взрослого бесплатно, да? Взрослый бесплатно. Все детки до 10 лет до 10 в сопровождении, потому что, да. Понятно. И родители проходят бесплатно. Trick, 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 trickling down. Chandeliers, extravagance all around. Hypnosis as you move in your gown. I give everything to have you here unannounced. See how that sounds like love for now. Enjoy the way it looks for the night. Cause bright lights define the light of my life. My footsteps move. Аттракцион Центральной Азии, еще нигде его не было. Как он называется? Clip and Climb. Clip and Climb. Оборудование привезено из Англии.
7 метров высоты. Здесь 18 различных препятствий. Соответственно, если вы способны, то можно пройти все. Это тоже отдельно, отдельно, да? Это отдельно. Отдельная плата. Одевается специальное оборудование, это кроссовки, обвязка и в каких-то моментах каска. Да? На прыжке Веры, самый экстремальный наш аттракцион. А здесь внизу что-то будет, да, или не будет? Нет, здесь не будет, то есть есть обвязка, есть страховочное крепление, которое прицепляется, и ваша задача прыгнуть. И дальность груши, она регулируется. То есть кто боится поближе, кто совсем экстремал, можно подальше. Примерно 4 метра. С Инстаграм тоже, да, есть? Да, Kangojump, нижнее подчеркивание, Астана. Подписывайтесь. Здорово. Есть ВКонтакте и Фейсбук тоже. Это Астробол. Здесь можно одновременно трем людям на скорость подниматься. Здорово. Итак, со страховкой, да, также, да? Конечно, везде здесь страховочная обвязка. Здесь лицом к лицу, face to face. Тоже, если вы с другом хотите порисовать, соревноваться, можете кто-то вперед. То есть челлендж, да, такой друг другу сделать. Вообще каждое здесь испытание, это такой челлендж для себя и среди друзей можно будет похвастаться. Черная башня. Штука, черная башня, вы можете посмотреть. Вау, это в темноте, очень, да, получается? Очень красиво, особенно в белых кроссовках, и классные фотки получаются. А без страховки подниматься никуда нельзя. Так, а здесь еще трубы есть, да? Добрый день. Салим. Как дела? Нормально, отлично. Тебя как? Я? Да? Это аттракцион на скорость. Ага. То есть перед тем, как подняться, вы высекаете время, да, таймер? 0, да, по нулям. И things, и полезный вверх, как вы разобрались, нажали, и здесь потом видно ваш результат. То есть можно улучшать результаты. Здорово. На скорость. А это очень крутая штука. Это называется? Это называется лестница в рай. Лестница в рай? Лестница в рай называется? Да. То есть задача перебороть свой страх, выдержать равновесие и на самый верх. А есть какие-то поощряющие призы тем, кто пройдет это все вот так? Или пока еще нет? Пока еще нет, мы только открываемся, но это возможно. Будет таблица. Медальку, там. Это будет таблица чемпионов, да, те, кто на скорость нормально лучше всего. Очень уверенно идет, кстати. Я 20 минут там стояла. Не могла спуститься. Смотрите вниз к нам. О, мне кажется, что-то будет. Вау. Да, сюда вовнутрь. Вовнутрь. Не держаться. Просто вовнутрь прыгать. Нет. Нет, нет. Это самый сложный момент. Может, мне за нее подержаться? Не-не-не. Развернитесь. Опа! Вы очень смелый человек. Я буду назад.